Цены на продукты питания с каждым днем становятся все более заоблачными. Что думают об этом горожане? Что могут себе сегодня позволить купить? Ну, цены, конечно, очень высокие. Жить просто практически невозможно. Это только, наверное, богатые, миллионеры, миллиардеры живут и не задумываются, что простые люди, они на грани нищеты, не то что бедности. Ну, понимаете, слово «реальный» тут трудно так сказать. Ну, кому тяжело, кому... Я умеренно живу вот так, всем доволен. Нереально с доходами. Может, они же объясняют там затраты на производство, бензин. Все это может и правда, но на доходы же не соответствуют. Народ не в состоянии покупать, потому что надо и зарплаты такие. У нас такого не будет. Это же убийство, особенно для пенсионеров. Не у всех доход нормальный, чтобы покупать такие продукты, такие цены. Сейчас от многого откладываешься. Потому что у меня пенсия всего лишь была 1080, сейчас стала 1200. Что на них можно коммунальных уплатить и так далее. А что можно купить, покушать, вы же понимаете. Высокие, а доходы низкие.